Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наши темы сегодня. От боевого оружия до наркотических средств. Если у вас такая необходимость есть такие препараты перемещать, нужно обязательно взять рецепты, справки, выписка из истории болезни. Вот. Что чаще всего пытаются провести на территории Российской Федерации и как на это реагирует таможня, знает Сергей Хайдаров. Люди с безграничными возможностями. Человек. Это звучит гордо. Надо уважать человека. Не жалеть, не унижать его жалостью. Уважать надо. О чем сегодня говорили на форуме Всероссийского общества инвалидов? Альбина Аслагараева. Цифры и плазмы прямо на предприятии. Давайте посмотрим. Внедрение каких научных разработок ждать в Татарстане? Заседание Татнефтехим Инвест Холдинга. Рамиль Шайдулин. Из обычной деревни на мировой пьедестал. Просто постоять с такими именитыми спортсменами. О том, как Чистопольский район стал кузницей чемпионов по армспорту, Алмаз Гафиятов. Татарстану с ее мощной промышленностью и высокой инвестиционной привлекательностью специалисты в области юриспруденции особенно необходимы. Об этом сегодня сказал Рустам Миниханов на церемонии вручения Всероссийской премии имени Габриэля Шершеневича. Она прошла в Казанской ратуше. Самых лучших из более чем 500 кандидатов выбрали сами юристы. Кто получил высокую награду и признание на уровне республики, расскажем далее. Айнур Ахмадиев в юриспруденции больше 10 лет. Он член Совета адвокатской палаты. Сегодня президент вручает ему награду. Он стал заслуженным юристом Татарстана. Бесплатную помощь гражданам высоко оценили в республике. Направление оказания бесплатной юрпомощи, то где-то 5-6 тысяч народу ежегодно, даже более бывает, потому что твердой статистики нету. И есть направление оказания бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы. Церемония вручения премии Габриэля Шершеневича проводится уже во второй раз. Награду одного из основателей российского гражданского права получают не только представители Татарстана. Сегодня среди награждаемых доктор юридических наук профессор Василий Ветрянский и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева. Премию вручают Сергей Степашин и Рустам Миниханов. По словам самого Василия Ветрянского, работы Габриэля Шершеневича – это лучшее учебное пособие для юристов. Учебник русского гражданского права Габриэля Феликсовича, пожалуй, лучший учебник за всю историю нашей цивилистики. Ну, а когда пришлось заниматься вопросами банкротства, несостоятельности, ну, конечно, книга Шершеневича еще 1896 года «Конкурсный процесс». Это есть лучшее произведение в области. А можно брать на себя ответственность, чтобы люди жили лучше. И в этой связи, конечно, то, что сегодня мы вручаем, в том числе и премию Габриэля Федоровича Шершеневича, весьма знаменательно, потому что он был одним из лучших выпускников Казанского университета, закончил юридический факультет. Главная задача юриста – помогать гражданам, отмечают участники встречи. По словам Рустама Миниханова, у Татарстана в этом деле свой опыт. Не секрет, что мы столкнулись с серьезными проблемами, которые были связаны с интересами наших граждан, юридических лиц, в связи с состоянием нескольких наших банков. Ну и я думаю, что это была огромная поддержка в решении вот этих интересов и задач. Лучших юристов республики отметили в 5 номинациях. Заслуженные награды получили Ильгиз Галимуллин, Фархат Хуснутдинов, Гульнара Сергеева и Рамзия Мингалиева. Радик Вахулин, Нияз Рахман, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и нововведений в отрасли обсудили Рустам Миниханов и председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Встреча прошла в Доме правительства. Высокие награды за высокие достижения. Сегодня в Кремле Владимир Путин наградил уроженца Бугульмы, летчика-космонавта Сергея Рыжикова медалью «Золотая звезда». Генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин получил орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Всего награды из рук президента получили более 40 представителей промышленности, сельского хозяйства, деятелей науки, образования, здравоохранения, а также известные артисты, спортсмены и тренеры страны. Считаю
эту высокую государственную награду заслугой своей мамы, своих родителей, своих родных, уходящих родословной в глупиков, а также всех учителей, наставников, преподавателей, инструкторов, командиров, всех тех, кто готовил, обеспечивал, а также всех тех, кто стоял у истоков нашей пилотируемой космонавтики и трудами, беззаветным, преданным служением своему делу, мы имеем возможность продолжать космическую программу. Минпромторг Республики будет ходатайствовать о приостановлении действия некоторых частей закона об охране окружающей среды. Об этом сегодня стало известно на публичных слушаниях Росприроднадзора Татарстана. С января должны вступить в силу новые порядки проведения экологических экспертиз и введения новых форм экологической отчетности. 7 крупных предприятий Республики должны будут установить датчики для контроля количества вредных выбросов. Требуют разъяснения, и протоколы мы зафиксировали, то, что мы будем ходатайствовать Руслана Мургаевича о том, чтобы действие законов в определенной части было приостановлено. Введение такого закона может повлечь с собой и административные и финансовые нагрузки. Штраф за нарушение антимонопольного законодательства сегодня в татарстанском УФАС озвучили компании, которых обвинили в картельном сговоре. Это фирмы, которые занимаются дорожными работами. Сумма штрафов исчисляется десятками миллионов рублей. В отношении нарушителей наложены административные штрафы. Сегодня нашим управлением были рассмотрены административные дела, которые были возбуждены в отношении компаний, специализирующихся на выполнении ремонтно-строительных дорожных работах Республики Татарстан. Это компания «Каздорстрой» и компания «РБР-групп» «РБР-16». Поводом для рассмотрения, для возбуждения административных дел в отношении данных компаний послужили события, происходившие весной 2017 года. По результатам рассмотрения административных дел в отношении виновных компаний, как я уже говорил, «Каздорстрой», «РБР-групп» и «РБР-16», наложены административные штрафы на общую сумму 70 миллионов рублей. Наиболее крупный штраф приходится на компанию «Каздорстрой». Трещины на стекле, нечитаемые госномера, неисправные световые приборы. Такие нарушения выявили сегодня сотрудники ГИБДД в ходе проверки автобусов. За 3 часа более 50 машин. С чем попались, расскажет Зарина Ахметова. Спасите, у инспектора мне ничего не объявили. Просто взяли и оформляют? Я не знаю, оформляют или что. Свое имя водитель называть отказался. Едет в Казани Столбищ. Говорит, решил сделать доброе дело, подвести соседей. Но вместо плюса к карме штраф. У водителя неисправные внешне-световые приборы. 3 экипажа ДПС. В ходе рейда автоинспекторы проверяют наличие у водителей документов и техническое состояние автобусов. Чаще всего попадаются с нечитаемыми госномерами и неисправными фарами. Но есть и исключения. Не прошло и часа, сотрудники ГИБДД регистрируют уже 5-го нарушителя. У этого водителя на автобусе разбито лобовое стекло. За это предусмотрен штраф 500 рублей. Автобус направлялся в Ознакаево. И пока водители оформляют, пассажирам приходится ждать внутри. Вечер еду, из Ознакаева еду. Как автобус выбирали транспортный? Ну, я постоянно на нем езжу, мне очень нравится. Еду с Ознакаевского района поселок Актюбинский. И этим маршрутом пользуюсь очень часто. Практически раз в месяц я приезжаю сюда, в Казань. А еще огнетушитель и ремни безопасности. У Айрата Вафина сотрудники ГИБДД проблем не нашли. По словам водителя, у них в организации с этим строго. У нас как бы наша организация, все исправно всегда. Мы техосмотр проходим. Откуда едете? Так, Лаишевский район, село Усады. У меня вахта сегодня. Всего за 3 часа проверили 57 автобусов. 20 водителям выписаны штрафы. Если успеют, то в течение 20 дней оплатят только полсуммы. Зарина Ахметова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Приволжский суд Казани частично удовлетворил иск прокуратуры в адрес компании «Тандер». Напомним, на первом этаже дома номер 6 по Ахунова, Казани, начался ремонт. В результате работ в стенах высотки пошли трещины. Суд постановил приостановить ремонтные работы в связи с отсутствием проектной документации и разрешения на проведение работ. Также осуществить экспертизу для выяснения причин образования трещин и наличия возможных угроз жизни жильцам дома.
Само решение меня удовлетворило, потому что у нас есть время. Наши дальнейшие действия, мы, наверное, будем требовать восстановления всех этих перегородков и приведения в первоначальный вид. Оружие, наркотики и даже шпионские ручки со скрытыми камерами. Что из этого чаще всего пытаются провести в Россию, сегодня журналистам рассказали татарстанские таможенники. В этом году в республике завели 14 уголовных дел. В аэропортах и международных почтовых отправлениях запрещенные предметы изымали 527 раз. Почему во многих случаях люди даже не знали, что везут контрабанду, расскажет Сергей Хайдаров. Побоюсь этого слова, просто произведение искусства. Она еще до сих пор горячая, наверное. Ну, практически, да. О том, что этот рейс прибыл из Средней Азии, можно понять по запаху выпечки и пряностей. В багаже пассажиров лепешки, приправы и сувениры. Сухофрукты и узбекские всякие расписные игрушки, леганы. Это очень сильно ценится по всему миру. Фрукты, овощи. Я там родилась, я там жила. 3 тонны, конечно, не завезешь, но, в принципе, там в пределах разумного, как гостиниц, Варварда, орешки. Сигареты и алкоголь. Вот что чаще всего россияне привозят из-за рубежа. И что касается спиртосодержащей продукции, то ее можно привозить без оплаты пошлины до 3 литров. А что касается каждого лишнего литра, то за него нужно доплачивать по 10 евро. Те, кто часто путешествуют самолетом, обычно хорошо знают, что можно привозить и в каком количестве. Но некоторые даже не подозревают, что везут контрабанду. Так, в виде сувенира казанцы везли чучело крокодилов. В итоге товар изъяли, на туристов штраф. Благодаря бдительности таможенников в республике в этом году завели 14 уголовных дел. Это в 2 раза больше, чем в 2017-м. Как ни парадоксально, но ввозили запрещенку в этом году в 2 раза реже. Основную массу составляет превышение норм ввоза алкогольных напитков и табачных изделий. И на 2-м месте, опять же, предметы оружия, которые относятся в соответствии с законодательством к оружию, кастеты, телескопические дубинки, охотничьи ножи и так далее. Дежурство круглые сутки. Таможня работает не только в аэропорту, но и почтовом сортировочном центре. Здесь посылки со всего мира. В этом году 400 с незаконным содержимым. Чаще всего из Китая, Сингапура и Финляндии. Уголовные дела больше связаны именно с перемещением, если физических лиц касаться, то это наркотических сильнодействующих препаратов, средств. Контроль за посылками только усилится в сортировочном центре. К будущему году увеличат штат таможенников. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Для них эта цифра очень значимая. За это время многое произошло впервые. Всероссийское общество инвалидов отмечает свое 30-летие. Сегодня по этому поводу собрались в Казани. В столицу приехали активисты со всей республики. Говорили о том, что волнует, о том, что еще нужно сделать и какие итоги можно подвести. Альбина Асылгараева тоже побывала на этой встрече. Социальное такси – предприятие, на которых трудятся инвалиды и активная гражданская позиция. Так рассказывает Ляля Гайфуллина о жизни инвалидов в Альметьевске. В общество они объединились еще в 90-х. Самое главное, у нас свои помещения есть. Это очень главное для общественных организаций. Нам глава собственность дал, мы сами его как бы оборудовали. Свои итоги подводит команда по баскетболу на колясках «Крылья Барса». Они существуют 9 лет, из любителей выросли в профессионалы. Постоянные тренировки, участие в турнирах, в том числе и европейских. Сегодня они – сборная Татарстана. Для некоторых тяжело это по степени травмы. То есть приходили, пробовали себя, какое-то время играли, уходили. Вот. Сейчас, в данный момент, вот остались самые, как говорится, самые стойкие. Одна из центральных тем – трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Сегодня процент их занятости в республике самые высокие в Приволжском федеральном округе. В центрах занятости у нас на учете стоят в качестве безработных порядка 1000 людей с инвалидностью. И за 10 месяцев этого года к нам обратилось 3000 людей с целью получения новой работы, в целях поиска работы. Из них трудоустроено 1700 человек. Принятие программы «Доступная среда» в 2011 году – большая победа. Она изменила качество жизни этих особенных людей. Пандусы в автобусах, подъездах и общественных местах, тактильные покрытия и аудиосопровождение сделали инвалидов более мобильными и самостоятельными. Доступная среда, терминология, идеология, которые мы говорили и готовились уже много лет, начиная с 95 года. Именно термин «доступная среда» появился в законе о социальной защите инвалидов. И все это время, до 2011 года, мы старались, чтобы реализовать каким-то образом, найти пути реализации мер доступности для инвалидов.
Среди задач – создание института общественных экспертов, укрепление материально-технической базы и работа над законодательными инициативами. Еще одна идея – появление музея Всероссийского общества инвалидов. Альбина Асалгараева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Птички больше нет. Сегодня в Казани начали сносить единственный в городе птичий рынок. Он появился почти полвека назад. Казанская птичка, так ласково называли рынок казанца, был одним из самых больших в России. В июне этого года у земельного участка появился новый собственник, а уже в октябре было принято решение о сносе рынка. Сейчас здесь работают бульдозеры, демонтируются павильоны, очищается территория. Но руководство успокаивает местных жителей. Вместо рынка к концу следующего года построят новый торговый центр площадью более 1000 квадратных метров, и там найдется место для животных. Напоминаю, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8-987-420-0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео, могут стать репортажами в наших выпусках. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Цифры и плазмы прямо на предприятии. Давайте посмотрим. Внедрение каких научных разработок ждать в Татарстане? Заседание Татнефтехим Инвестхолдинга. Рамиль Шайдулин. Из обычной деревни на мировой пьедестал. Просто поставить с такими именитыми спортсменами. О том, как Чистопольский район стал кузницей чемпионов по армспорту, Алмаз Гафиятов. 21,5 миллионов тонн нефти добыто в этом году Татнефтью. Такие цифры сегодня озвучили на заседании совета директоров компании. Его провел Рустам Миниханов. Чистая прибыль – 162 миллиарда рублей. Никаких потерь и эффективный тайм-менеджмент. В газохимический комплекс республики готовится внедрять новые прорывные технологии. Что же может стать действительно полезным и что в Татарстане готовы внедрить уже сегодня? Об этом далее Рамиль Шайдулин. Мы организуем плазму, очень похожую плазму, на которую многие видели. Кстати, вот она, кажется, в этих лампочках такая холодная плазма. То есть она холодная, но является очень химически активной. Настолько, что в контакте с газом такая струя превращается в метанол. Элемент каучуков, спиртов, кислот. Обычно это топливо производят на больших заводах, но ученые предлагают делать это холодной плазмой через компактную установку. Ну что, мне кажется, надо сюда ученых наших подтащить и построить одну пилотную установку у нас в республике. Ну давай построим. Давайте построим. Да. Строительство начнется после выбора места. Себестоимость установки больше 120 миллионов рублей. Окупается, по словам ученых, меньше, чем за год. Получение метанола методом низкотемпературной плазмы будет 3 раза дешевле, чем обычным способом по Фишера-Тропше. А вот предложение из Санкт-Петербурга больше похоже на вечный двигатель. Их разработка готова получать энергию из отходов. Измельченного низкокачественного угля с водой путем электроразрядного воздействия в дистопливо, синтетическую нефть и полукокс. Иными словами, если раньше часть угля просто выкидывалась, то сейчас ее можно использовать еще раз. И получается настоящее безотходное производство. Все благодаря силе ультразвука. Если он осилит еще и нефтяной кокс, остаток нефтепереработки, то в Татарстане готовы к внедрению. И если есть какая-то форма ее не сжигать, а превращать в другую форму, она интересна. Давайте посмотрим. Вовремя распределять нагрузку и ресурсы, чтобы нигде не возникало заторов. Для этого IT-компании из Москвы предлагают электронный сервис. В планах авторов объединить всю нефтегазохимию на одной цифровой платформе. Мы говорим о повышении производительности труда за счет эффективного управления временно доступными работниками в штате предприятия. Только сервис получит доступ к тысячам данных сотрудников в нарушение конфиденциальности. Татарстанские компании решили повременить. Президент призвал прежде внимательно изучить технологию, ее плюсы и минусы. Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Главный ресурс – человек. Именно так считают в Транснефть Прикамье. Сегодня там прошел второй тур ежегодной научно-технической конференции молодежи. Прорабатывали вопрос, как будет влиять подогрев данного кабеля на свойства данного патрика.
Не только разработать инновационный проект, но и достойно ответить на вопросы коллег. Конференция на то и научная. Более 80 лучших молодых специалистов представили 74 инновационных проекта в области транспортировки нефти. Вадим Емельянов и Ренат Богданов проверяют свои силы не первый год. Пока завоевывали лишь серебро. Но серьезно заявляют, конференции стали хорошим подспорьем в карьерном росте. Оба занимают руководящие посты в пермском филиале. Выступили достаточно достойно, ответили на все вопросы. Надеемся на призовое место. Каждому участнику на доклад 7 минут. За это время нужно раскрыть все преимущества проекта. Оцениваем вашу презентацию, вашу работу не только на предмет ее востребованности, какой она экономический эффект, какую выгоду может принести нашему предприятию, но и в первую очередь, конечно же, мы оцениваем и вас самих, как молодых работников. Итоги подведут завтра. Победителей ждет всероссийский тур. Алия Хайрудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. 30 ноября заканчивается голосование конкурса «Великие имена России». Жители Татарстана отдали более 100 тысяч голосов. На сайте продолжается голосование за имена для аэропортов Казани и Бегишева. За вариант для столичного аэропорта больше всего голосов отдано Габдуле Тукаю, более 55 тысяч. Кандидат Николай Лимаев, именем которого могут назвать аэропорт в Челнах, набрал почти 26 тысяч голосов. Он также лидирует в голосовании. Голосуют все политики, врачи, учителя и даже поэты. Поэты голосуют все. Наши корреспонденты узнали, кому отдает свой голос поэтесса Луиза Янсуар. Я проголосовала за Мусу Джалиля. Он значимый человек для России и Татарстана, знаменитый писатель. Поэтому именно ему я отдала свой голос. Обычный парень из Чистопольского района, покоривший мировой пьедестал, Салават Кадыров выступил на Кубке мира по армспорту и привез оттуда золотую и серебряную награды. Это дебютный успех татарстанских армрестлеров на международной арене. Ежедневный труд на протяжении 8 лет не прошел даром. И это еще не предел о чистопольском феномене Алмаз Гафиетов. Это кадры из Польши. Историческое событие не только для Салавата Кадырова, но и для всего армспорта. 25-летний житель деревни Чулпан Чистопольского района удивил даже самых титулованных атлетов. В абсолютной весовой категории было 26 участников. Многие мечтают не то что выиграть, а хотя бы попасть в число этих участников. Небольшая деревня Чулпан. Здесь родился и вырос Салават. Небольшой двор, хозяйство, скромный дом. Здесь чисто и аккуратно. Отец инвалид первой группы, недавно перенес операцию. Раньше активно занимался борьбой. Его мечту быть чемпионом воплотил его сын. Колоть дрова, убирать снег, следить за живностью – все на плечах Салавата. Это в спортивных залах он непобедимый чемпион. Дома помощник, любимый и заботливый сын. По словам мамы, юноша с детства любил трудиться. Он очень активный, подвижный ребенок был, эмоциональный. Ему нравилось находиться среди людей. Общительный очень он был. Вот. Очень трудолюбивый был. Ни одна победа не дается легко. Только сами спортсмены знают, сколько сил, упорства и мужества нужно оставлять на тренировках для достижения успеха. Если бы 8 лет назад на первом занятии Салавату сказали, что он станет обладателем Кубка мира, то никто бы не поверил. Я даже не рассчитывал, что там я выиграю. Просто постоять с такими именитыми спортсменами в одной весовой категории присутствовать для меня было большой честью. Думал, классно будет то, что с ними поборюсь. А так тут, так скажем, судьба сложилась, и, так скажем, не только судьба, заслуги нашего моего тренера и тех, с кем я занимаюсь, без них, конечно, этой победы не было бы. Салават Кадыров ничем не отличается от своих ровесников. Слепить мастера по армспорту из обычного ученика искусства. Парню повезло, он попал к заслуженному тренеру. Фату Разгильдеев составляет уникальную методику, используя минимум приспособлений, выжимая максимум из спортсменов. Он достаточно поздно начал заниматься. Приехал из глухой деревни, то есть без физической подготовки, так как физкультуры практически не было, не координированный, высокий, худой. Приехал поступать в институт с первого курса, он давно мечтал заниматься спортом у себя в деревне. Благодаря фанатам своего дела и энтузиастам, Чистопольский район стал кузницей чемпионов армспорта. Есть перспективная молодежь, условия для занятий, а самое главное – горящие глаза юных спортсменов. Казахи, наши пишут,
Значит, Салават, молодец. Все татары Казахстана болели за тебя. Вот такие. Ну, он, во-первых, нашу нацию приподнял в глазах любителей армрестлинга. Значит, это, естественно, немалое количество. Значит, он авторитет республики, естественно, и своего города Чистополя поднял. Салават успевает везде. Живет в Чистополе, трудится инженером, постоянно тренируется. Тот, кто успешен в спорте, как правило, показывает высокие результаты и в работе. Во время его трудовой и спортивной деятельности мы ему всячески окажем поддержку, то есть оказываем небольшую спонсорскую помощь. Это, в принципе, очень важно на коммерческих турнирах, которые проходят не под эгидой, скажем так, федерации армспорта. Впереди у Салавата Кадырова подготовка к чемпионату мира. Болеть на международных стартах за него будет вся Россия, Татарстан, тренер и, конечно же, родители. И первым о своих успехах отцу и матери сообщит сам обладатель Кубка мира. Алмаз Гафиатов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Чистопольский район. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Ну а сейчас о погоде и до встречи в 21.30. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиатов. 5 матчей без поражений. Хоккеисты Акбарса продолжают погоню за лидерство Восточной конференции. В Татнефть-арене команда Белелединова принимала «Нефтехимик». Татарстанское дерби всегда проходит в напряженной борьбе. Не стал исключением и этот поединок. Шайбы давались большим трудом. За несколько минут до финальной сирены счет на табло был минимальным 2-1 в пользу Акбарса. Андрей Назаров пошел ва-банк и поменял вратаря на 6-го полевого игрока. После чего Михаил Глухов от своей площадки попал в пустые ворота гостей. 3-1. Победа Акбарса. Что касается нас, большинство, я считаю, что мы не доработали. Вот. Ну а в целом я доволен то, что ребята ответственно подошли и сыграли на результат. Чемпионы меняются, спортивные династии остаются прежними. В Казанском дворце единоборств завершился чемпионат республики по борьбе кряж. Определять лучших в национальном виде приехали более 400 участников. По словам борцов, выиграть чемпионат республики по кряж намного сложнее, чем добиться успеха на российских стартах. Во-первых, количество участников больше, во-вторых, конкуренция в национальном виде серьезнее среди спортсменов из районов. По итогам турнира чемпионом стал Балтасинский район. На второй строчке альметьевцы, тройку замкнули представители Тюльчинского района. Все чемпионы представят нашу республику на чемпионате России, который также пройдет в декабре в нашей столице. Каждая схватка, она тяжелая и с трудом дается. Если вот пропустить миг какой-то, это уже можно проиграть. Поэтому всегда надо быть готовым ко всему. И в завершении к новостям водного пола. «Синта» задержал победу и во втором матче 9-го тура чемпионата российской суперлиги. Наш соперник – казахстанский клуб «Астана» в Казани. Как и днем ранее, встреча проходила под диктовку хозяев, которые по итогам второго периода вели 5 мячей. Финальная сирена зафиксировала на табло счет 12-5 в пользу казанской команды. Самым результативным стал Егор Васильев, забросивший в ворота «Астаны» 3 мяча. Матчи следующего тура «Синта» проведет на выезде. 14 и 15 декабря нашим соперником станет «Московская Динамо». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Ветер сменил направление с западного на северный. Температуры начали понижаться. Что неудивительно, ведь на пороге зима. Более подробно о погоде после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет пасмурно, снег и 9 мороза. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики обещают снег и также 9 градусов ниже нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске также пасмурно, местами снег. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси до 10 мороза, временами снег. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Торжаном облачная погода, без осадков не обойдется, минус 9. В центральных районах также синоптики обещают снег и пасмурную погоду около 9 мороза. Температуры продолжают понижаться. И в четверг станет еще холоднее. Одевайтесь теплее.
Когда сустав болит невыносимо и отказывается работать как прежде, остается заменить его на протез. Медицинский центр «Доктор Ост» предлагает иные современные решения – ударно-волновую терапию и плазмолифтинг. Благодаря инновационным технологиям стало возможным помочь пациентам любого возраста с проблемами суставов любой сложности без операций и протезирования. В центре могут помочь уменьшить боль, укрепить суставы и повысить их эластичность. Не терпите боль. Запишитесь в «Доктор Ост». Медицинский центр «Доктор Ост» поможет справиться с проблемами позвоночника и суставов без операции и протезов, современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. О погоде в столице. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем минус 8, минус 10. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 89%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Спонсор прогноза погоды – клиника ФармТ. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам без боли и операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292-66-77. Клиника ФармТ. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77.